Любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького? Тогда этот рецепт сырников со свежими ягодами для вас. Он очень простой и всегда получается, а потому хорошее настроение для всей семьи гарантировано. Нам понадобится пачка творога, 3 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 3-4 столовых ложки муки, растительное или сливочное масло для жарки и любые ягоды. Творог переложите в глубокую стеклянную или пластиковую тарелку. Добавьте яйцо, сахар и тщательно перемешайте для получения однородной массы. К полученной творожной смеси добавьте пшеничную муку. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на 1 столовую ложку муки больше. Главное, не переборщите, чтобы сырники не стали жесткими. Приступаем к жарке. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Маленький секрет. Чтобы получить аппетитную румяную корочку, запанируйте сырники в небольшом количестве муки. Чтобы удалить лишнее масло с готовых сырников, переложите их сначала на бумажное полотенце, а затем в тарелку для подачи. Добавьте свежие ягоды, сметану или варенье. И не забудьте посыпать сверху сахарной пудрой. Бон аппетит!